первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина выступила с отчетом о своей работе за 2022 год перед коллективом культурно-спортивного центра «Мечта» в Одинцове. Она проинформировала о расширении льгот и выплат для учителей, врачей, семей с детьми, пенсионеров. Приоритетным направлением работы депутатского корпуса была поддержка людей и бизнеса в условиях санкций и помощь семьям военнослужащих. Также парламентария рассказала о выполнении наказов, включенных в народную программу партии «Единая Россия», и о реализации проектов инициативного бюджетирования в округе. В завершении встречи Лариса Лазутина рассказала об основных задачах и планах на 2023 год и ответила на вопросы.